Барракуда. О ней, думаю, слышали все. Эти зубастые монстры далеко не те создания, с которыми вы захотите подружиться, находясь в воде. В мутной воде барракуды нередко нападают на людей, принимая движущиеся ноги и руки пловца за рыбу, свою добычу. Но даже находясь на берегу или на лодке, вы не застрахованы от встречи с этими монстрами.